дорога я боевой моей. В высоте орлую ты два орла, и один из них ночей черней, у другого белые крыла. Для слепых прослушиваний на шоу «Голос дети» сочинец Данил Плужников выбрал композицию Газманова «Два орла», которую мальчик посвятил своему деду, прошедшему войну. Патриотическую песню он почти целиком спел в спины наставников. Певец Дима Билан развернул кресло буквально на последней ноте. После, когда она была спета, зал одаренному сочинцу еще несколько минут аплодировал стоя. Одухотворили музыку, слова и то, что может сделать человек, который, в принципе, чувствует. Я очень рад, что я с вами на одной волне оказался. Спасибо. Члены жюри, которых юный артист тронул до слез, назвали Данила настоящим бойцом и хорошим взрослым певцом. Несмотря на врожденное заболевание и, как следствие, маленький рост, всего 98 сантиметров, Данил Плужников по-настоящему большой артист. В свои 13 он победитель десятка фестивалей. Кинотаврик, Звонкие голоса Кубани, Роза ветров, Хрустальный петушок. Он прекрасно знаком сочинской публике, участвует в самых крупных городских мероприятиях. А его партнерами по сцене нередко становятся настоящие звезды. Один из последних – участник взрослого голоса, сочинец Армен Авджан. Сам Данил признается, идти по жизни порой ему бывает совсем нелегко, но он научился справляться. Помогает музыка. Окружающие бывает смеются, бывает обсуждают. Есть и такие, кто относится ко мне негативно. Достаточно таких людей. Но при этом мне совершенно все равно. Я такой, какой я есть. После успешного выступления на слепых прослушиваниях телепроекта «Голос дети» Данил Плужников стал настоящей звездой интернета. В сети появились десятки статей о нем. Ролики с участием сочинца набирают тысячи просмотров. В музыкальном шоу Данил Плужников будет выступать в команде Димы Билана. Следующий этап – поединки. Кстати, после успешного выступления со сцены «Голоса» Данила Плужникова ведущий шоу Дмитрий Нагиев за кулисы унес как большого артиста на руках. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.